Всем привет, с вами я, Арсений, и сегодня я расскажу, какие же паскалки у нас хранятся в Goat Simulator. Ссылочка будет в описании, как ее скачать. Такую, сразу понятно, всем известная игра. И заходим. Сегодня я расскажу вам несколько паскалочек. Сейчас она тут пока загрузится, тут с ума с этим можно. Такой смешной козел тут стоит. Ну скажу я, кто не играл, прикольная игра. Мне очень нравится. Я думала, это просто какой-то симулятор козы. И думала, это какая-то ерунда. Ну, когда я узнал о всех паскалках и секретах, то мне захотелось ее разведать. Ну что ж, поехали. Выбираем карту Goat City Bay, то есть нижнюю. Это аквапарк есть. Ну вот, моя обыкновенная коза. Отик, смотрите. Отик. Я на тебя нападу. Ладно, пошли дальше, пошутили. Первая паскалка, это будет во всем известном мультсериале, конечно, черепашки-ниндзя. Кио! Все об этом мультике знают, особенно мальчики и подростки. Ну, думаем, как же их найти. Вот стоим возле храма, ну, возле торгового центра, или как его еще сказать, ну, возле такого здания. Идем налево. Видим тут такого пацана. Эй, что стол? Сейчас брысь отсюда. Вот я сломал. Да я просто так. И сейчас будем мы с разгона прыгать в воду. Зачем? Я не знаю. Зачем? Вы не знаете, да? Но где же черепашки-ниндзя живут? В канализации. Вот мы туда и сейчас и пойдем. Опа! Он видел эту трубку. Он туда и надо и как-то допрыгать. И вот мы зашли в канализацию. Эх, классно. И теперь нам нужно тихонечко подойти. Тихонечко, а то нас... Они там отдельно зовут. Он наши черепашки-ниндзяшки. А ну, давайте биться, а ну, иди сюда. Барбекю вы жарите, а ну иди сюда, дышь, а ну брысь. Так воняю. Брысь. Там... Вот Микеланджело тебе. Где ты, Микеланджело? Кстати, а тут есть Микеланджело? Вы все ушли от меня. Где вы? Блин, ну где вы? Да блин, отвынь ты. Ладно, они куда-то подевались. Ну что ж, все понятно. И скажу я, это черепашка-ниндзя больше похоже на, не знаю, брысь. Больше похоже на какого-то Шрека. Я не знаю, по-моему, какой-то странный. Вот, видите, его башка какая-то больше на Шрека похожа. Ну ладно, перейдем к другой паскалочке. Вторая паскалочка будет в том же городе. И мы идем, короче, по той же дороге. Ну, идем к этому зданию. Вот этому. Вот, куда я сейчас смотрю на него. Вот этому большому зданию. Да хватит меня сбивать. Сейчас я поменяю на нормальную козу. Козу. Ну. О, мои фанаты. Класс. Вопуеды. Вот мы зашли в это здание. И видим два лифта. Да иди ты загораживаешь. Думаем, какой же идти. Вправо или влево. Я говорю влево. Потому что вправо туда даже зайти нельзя. Ой, ну давайте, пока их нету, быстренько в лифтик. Они сейчас в лифтик. Вот мы закрываемся. Вот. И мы видим, что у нас дискотека. Уху! Обалдеть, скажите.
И тут еще не все. Вот видите диджея вот да, в такой голове? Тихонечко мы его как ассасину. Убиваем его. И у нас тот же такой шлемик Микки Маус. Ву-ву-ву. Сейчас. Сейчас я вам покажу, для чего он. Кстати, тут еще когда падаешь, тут есть такой бассейн. Смотрите внимательно, все. Смотрите. Нажимаем на эту кнопочку ПОВ. И все люди танцуют. Да, детка, зажигай. У-у-у. Все танцуем. У-ху. Я тоже танцевать умею. Так, вы меня задолбали. А ну сейчас я пьяная коза. Бразду. О-о-о. Ладно, перейдем к другой подскалочке. Ладно, возьмем нормальную козу. Он достал своей песенкой. Ну, прыгаем так. А знаете, чтобы быстрее двигаться, берем клевую козу. Честно, больше на пингвина похоже. Ну, это и есть пингвин, но под козу. Третья пасхалочка будет про... Про-про-про-про-про-про. Сейчас я вам скажу. У меня их столько много, что я даже не знаю, о чем вам рассказать. А хотите, я вам расскажу, как стать инопланетянином? Хотите? Я вам расскажу в другом видео, если вы за это видео поставите, ну, пожалуйста, 10 лайков. Я не прошу больше, 10 лайков. Ну, может, меньше, ну, пожалуйста. Я выпущу еще подсказок, как стать инопланетянином. А сейчас я просто покажу, где тарелка. Тарелка. Ну, НЛО, инопланетянин. Смотрите. Воскресить. Где мы обычно становимся? И сейчас мы просто прямо. Просто прямо, по дороге. Именно по дороге. Не прямо, а по дороге. Ай. Блин, дурацкий столбик. Ай, да хватит. Задрал. Магазин? Ладно. Доедем до конца. Поворачиваем направо. Видим тут такой ящичек. Перепрыгаем. И идем на верхушечку. Блин, у меня глюки, простите. Поворачиваем налево. Идем наверх. Тарелка летающая. Летающая тарелка. И вот мы видим, что это летающая тарелка. НЛО. Классно. Вот, так и, вот такие у нас три пасхалочки. Ну, если вы мне поставите 10 лайков, я вам расскажу, как... Ой, давай пингвинчик. Я вам расскажу, как стать инопланетянином. Инопланетянином. Вот с той тарелочки. И еще открою новые пасхалки. Всем, с вами был Арсений. Всем пока. Bye-bye.